Всем привет, мои хорошие! Сегодня я такая нарядная, елочка у меня на фоне, потому что у нас сегодня посылочка от любимого Василька, и это будет новогодний выпуск, в этом году завершающий. И вот пришла ко мне посылочка, вот такая вот. Я сегодня такая красивая, потому что я только что для вас сняла видео, как вот сделать вечерний макияж. Но этот макияж мне лично понравился. Я решила его пока оставить и снять вам еще одно видео с таким макияжем. Вот, но давайте мы теперь распакуем мою посылочку и посмотрим, что же я там заказала на этот раз. На этот раз я заказала подарочки себе и немножечко кое-что внучке Настюшечке своей. Подарки! Ну, первое, что я хочу распаковать, это костюм. Я заказала себе вот такой вот тепленький бежевый костюмчик. Костюм у нас женский, максимум называется, бежевый цвет, 54 размер, потому что это футер-начес. А футер-начес я всегда заказываю побольше. Но я думаю, 54 он будет не слишком мне большой. И в то же время после стирки он может немножечко усесть на размерчик, поэтому лучше взять с запасом, и пусть он будет вот такой вот. Ну что, давайте распакуем, да посмотрим, а? Уже не терпится. Я очень ждала этот костюмчик, потому что мне хотелось иметь прям костюм, футер с начесом. И вот что мне нравится, я уже только увидела и сразу понравилось, что здесь вот идет капюшончик, он идет немножко с горлышком. У меня сейчас пальто вот здесь вот немного приоткрытое зимнее, поэтому вот это мне как раз таки будет очень кстати, то что здесь есть веревочки и можно вот этот капюшончик завязать. Дальше мы видим вот тут вот начес, это футер начес трехнитка. Стоит этот костюм 1999 рублей. В общем, 2000, девочки. Я вижу вот такой вот здесь вот принтик идет впереди. Приспущенный рукав с манжетиком внизу. Дальше внизу тоже манжетик такой вот есть. Без карманов. Но карманы, в общем-то, тут и не нужны, потому что этот костюм я вообще хочу носить. Просто одела костюм, сверху надела шубейку и побежала, чтобы по-быстрому можно было вот костюмчик этот на зиму таскать. Я люблю такие вещи. В общем, класс, мне нравится. И прям тепленький, уже не терпится мне его померить. А штанишки давайте посмотрим. Так, штанишки внизу с манжетиками. Вверху тут у нас идет вот резинка. Ну, довольно-таки просторная, она вшитая, но я думаю, не будет она мне давить. Будет просторненько. Здесь есть карманы внутренние. И, в общем, брючки простые. Такие вот идут. Прямые. В общем, не терпится мне это одеть, уже померить, посмотреть, как это будет на мне сидеть, как подойдет мне, не подойдет этот размер. Но в любом случае, мне костюм этот уже нравится, я его уже полюбила. Все, я его буду носить. Пойдет или не пойдет, уже даже не важно. Все, сейчас одену его, померяю.
Еще, девочки, заказала я себе махровый халат. Что самое главное мне было в этом халате, чтобы он был просто вот хлопок хлопковый. Халат женский, махровый, спа, розовый цвет. 54 размер, я взяла его тоже, чтобы он был побольше. Давайте мы его распакуем, посмотрим. Халатик стоит 1288 рублей. Девочки, если цены я забуду сказать, значит, я буду писать, но цены вы узнаете. Так, сейчас посмотрим. Но на ощупь здесь вот стопроцентный хлопок. Потому что бывает махровый, но он не, прям не хлопок-хлопок. Но это спа, и я думаю, что да, действительно сделали полностью хлопковый, чтобы он впитывал хорошо в себя влагу, если вот после душа такой халатик. Халатик с запахом идет. Вот тут манжетики, кармашечки мы видим. Воротничок, вот так запах. Петелечки для поясочка, и в комплекте вот еще есть поясочек. Но мне понравился очень вот этот вот цвет. Я просто белые махровые халаты не люблю, потому что мне кажется, они какие-то казенные. А розовый цвет такой приятненький, мне кажется, он мне прям идет, да? Хорошенький халатик такой. Вот, ну мы его тоже сейчас померим. Халат я тоже взяла побольше немножко, не стала брать 52-й, потому что, ну, халат я хочу, чтобы он был такой просторный. Раз, закинула, запахнула и ходи себе, да. Если вот прохладно даже дома будет, можно в него укутаться и вот греться. Так что сейчас померим, посмотрим, как он выглядит на мне. Ну, это, в общем, для дома или для спа, если куда-то мы с дочкой у нас в спа пойдем, ходили как-то. Ну и еще, девочки, заказала я себе туничку. У меня была как-то подобная туничка, только она была черная, тут также черная с розовым ободочком. Розовый ободочек, вот просто он хорошо будет смотреться на горловинке, когда вот розовая губная или что. Удобная такая вот модель, сейчас я раскрою, посмотрю. У меня такая была подобная, только я что-то ее не найду и очень за ней скучаю. Только там у меня был принт котенок, а здесь у нас принт идет мишка, мишки, да? Ага, вот тут вот мишки маленькие, а тут как бы большой. Вот такой вот принтик идет внизу. Ну это вот такая вот простая прямая туничка, такие вот я люблю носить по дому. Здесь черный цвет, а здесь фон темно-синий, хотя он кажется и тот черный. Все, она идет прямая, обычная, простая, без кармашков, без ничего. И длина хорошая, как раз для меня то, что нужно. Ну и стоит недорого, эта туничка стоит 364 рубля. Вот такие вот три вещички я заказала для себя, эти три вещички, которые я очень ждала. И, в общем, сейчас еще туничку померю, посмотрите, как на мне она будет сидеть. Но тунику я заказала 52 размера, потому что это, ну, как бы, эта вещь не обязательно должна быть просторной, просто она должна быть по фигуре и все. Я думаю, 52 размер это то, что нужно мне. Thank you.
Еще я заказала две наволочки, вот такие вот, на мои вот эти декоративные подушечки, которые на диване лежат. И наволочки вот эти вот плюшевые такие, на молнии, 45 на 45. Вот он размер. Обе наволочки стоят по 165 рублей. И вот она такая плюшевая. Ой, какая прелесть. У меня просто есть две подушечки, на которых шелковые. А шелковые мне не очень нравятся. А это прям так к телу приятно, под голову положить. Ну вот они обе голубые. Фон голубой, только немножечко разный рисунок. Вот здесь такой рисунок. Олени вот нарисован. А вторая наволочка вот с таким вот рисуночком. Ну вот здесь я не пойму, это что? Орион. Орион написано. Космос. Тоже голубенькая, тоже такая плюшевая. Они на молнии. Так, застегивается обе наволочки на молнии. Раз, закрыла. Удобно. Хорошенькие. Хорошенькие. Сейчас я одену на подушечки, посмотрим, как это будет смотреться. Ну и вот Настеньке я заказала такой вот костюмчик, детский костюмчик, 116 размер. Это костюм называется «Фламинго». Здесь идет футболочка, фламинго розовенький нарисован. Ну это как раз вот для девочки. Футболочка, она сверху как обычная, а внизу чуть-чуть вот сделана как оборочка. Такая небольшая вот оборочка. И такие вот маленькие бриджики. Бриджики обычные, простые, зелененького цвета. Вот такой вот размер бриджиков. Ну, этот костюмчик я вот взяла Настечке, вот когда она будет приходить ко мне сюда в гости. И чтобы ей было вот что переодеть, если я с садика забираю, такой костюмчик. Ну, пока он, может быть, побудет у меня, посмотрим. Может быть, отдам, другой костюмчик возьму сюда. Вот, но, по крайней мере, вот сейчас вы этот костюмчик на ней не увидите, а увидите в других видео потом. Обязательно покажу, как на ней он сидит. Вот такая красота детская. 406 рублей стоит. Еще я Насте заказала два комплекта носков. Но одни носки вот такие из кашемира. Это вот зимой как раз то, что нужно. Они разных цветов, под разную одежду можно их подобрать, одеть. И их можно одеть вот в сапоги, на улицу гулять. Ну, чтобы был запас их поменять потом. Сейчас я открою и посмотрим, что там за носочки. Девочки, кашемировые носки в комплекте 5 штук. Стоит 430 рублей комплект. И вот такие вот разные есть красивые цвета. Вот, ну, возьмем, допустим, одну пару, посмотрим. Они такие, знаете, как шерстяные. Ну, кашемир, я думаю, вы знаете, что это такое. Пушистики такие, классные, хорошенькие. Вот я прям себе такие хочу тоже на зиму. Сапожки раз, одела, и классно. Вот такая вот детская фирма здесь нарисована. Эти носочки на 4-6 лет. 4-6 лет. Ну, в общем, такие хорошенькие, классненькие, тепленькие носочки, Настюшечки. К Новому году подарочек от бабушки. Ну и взяла еще я хлопковые носки. Тоже ребенок ходит в детский сад. Здесь носки детские для девочек хлопковые, твой стиль. По 6 штук в комплекте на 5-7 лет. Тоже они тут разных цветов, разных расцветок. Сейчас откроем, посмотрим.
Эти носочки дешевле. 150 рублей стоит набор. В наборе 6 штук. Вот такие вот симпатичные. Вот таких разных расцветочек носочки. Смотрите, какие классные. И на носочках вот тут такой рисуночек нарисован. Небольшой цветочек. Сверху вот такая вот оборочка, как бы есть резинка-оборочка. В общем, хорошенькие носочки, славные, твой стиль. Носочки сейчас тоже покажу вам вблизи, как выглядят. Но они прям натуральный хлопок. Тоже ребенку в детский садик, спортзал она ходит, тоже там носочках бегает. В общем, пускай будут запасные, пусть будут на вырост, пусть будут носочки моей внучечки. Ну вот и все, мои хорошие. Всю посылочку я вам показала, все подарочки показала, рассказала. Ссылочку на любимый Василек я оставлю внизу в описании. Заходите, смотрите, выбирайте. Там много всего интересного есть. Я уже пользуюсь вещами от Василька уже 2 года. И для дома у меня практически все, ну не все, но много очень вещей из Василька. И мне все нравится. Нравится и хлопок, трикотаж, костюмчики, все-все-все. И подарочки я делаю своему сыну, и невестке, и внучке. Дочка моя тоже заказывает вещи Васильки. В общем, Васильком мы довольны. Давно берем у них вещи и ими пользуемся. Они нам нравятся. Заходите туда на сайт. И что-нибудь, может быть, вам тоже понравится. Что-то выберите для себя или для своих близких. Там есть и большие размеры для мужчин, для женщин, для детей. Разная-разная есть одежда. Я хочу поздравить Василек с наступающим Новым годом и пожелать процветания их интернет-магазину и как можно больше покупателей и поклонников их одежды «Ивановский текстиль», «Ивановский трикотаж». Ну все, мои хорошие, на этом я хочу видео свое закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан, ставьте колокольчик. И до новых встреч. Пока-пока!